Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, наверное, мы продолжаем проходить игрушечку под названием Enigmatis Тайна Ревенвуда. Итак, я уже забыл, какие у нас там загадки были, хотя играл только вчера. Сломанный замок удерживают шурупы. Ну вот этим можно же уголком. Такая она глупая, скрипком взял, поддел уголком и свободно открыл. А она тут что-то... Этот кран использовали для разгрузки спущенных по реке бревен и погрузки их в вагоны. Ладно. В общем, отвертка нужна. Это куда я нажал? Я бы даже сказал, нужно дофига отверток. Клапана не хватает одной детали. Поджечь? Нет, походу. Чё это? Деревянная пробка. А где клапан-то сам? Вот это что ли штука? Как-то она не очень в моем представлении похожа на клапан. Все это надо вывернуть. А как? Это интересно, но здесь мне ничего не нужно. Рано ты так с уверенностью говоришь об этом. Так, у меня есть пробка. Кто-нибудь может ее ткнуть? Теперь надо пустить воды. Ну, как-то вентиль нужен. Нужен вентиль. Добавить это к источнику воды. Пита. Блин. Так. Давай совет. Окей. А тут что? Спасибо. Зачем ты мне это показываешь? У меня уже все собрано, что ли? Это прям здесь найти надо. Наверное, вы уже поняли и там мне понаписали. Хорошо вышло. Но в любом случае, я не прохожу не подряд. Я имею в виду не прямо за один день. И плюс... Плюс это выйдет вообще на следующей неделе, вот эта серия. Так что я еще не могу с уверенностью это сказать, но мне кажется, это так и будет. Какие-то фигня-то. Длинная палка. Водяной насос. Это где должно быть? Здесь, что ли? Не туда. Вот сюда я хотел. Нет. Мало ли как-то вот сюда. Трехгранная. Может, сюда скребок пойдет? Я вот не помню. Скребком я что-то обрезал. Он, может, мне вообще больше не пригодится. Ладно, забыли. Под скребок забыли. Про то, что я его везде вязаю. Водяной насос. Вот как он выглядит. Хорошо. Становится понятней. Это вот сюда. Его, наверное, разбить надо было сначала. Ну ладно. Там есть еще? Нету. То есть, и тут мне... Что я тут могу разбить? Ничего пока что. И это и нету. Что я получил? Что это? Где это? Это я для бабочки, что ли, что-то подобрал там, вон в середине, фигня. Загадки так и остаются неразгаданными, да? Забавно. Отверстие для монет. Сюда монеты надо всовывать. Значит, нам надо найти монету. Хорошо, монеты нету. Давайте этим попробуем разобраться, или что тут не хватает. Условия запуска двигателя. Максимальный уровень воды. Уровень воды минимальный. Так, ладно. Дальше. Максимальный прогрев. И много удачи. Прогрев тоже минимальный. Вода должна поступать через шланг. Через какой шланг? Я не вижу шланга. Вот это что ли? Что-то там протекает, что ли? Ладно, это не работает. Это я помню. О, бабочка. Давай подсказку. Не хочу слишком долго париться. И что? Еще назад? Я и забыл совсем, что тут как бы еще есть локация. Вспомнил. Все. Вот, где меня было. Не знакомый это место, теперь я могу дойти до конца парка. Улика сначала.
подозреваем. It's Whitmarsh. Это Уитмарш. He summons and controls that monstrous fog raven. A perfect guess, detective. This is our common foe. And no doubt the one who makes people disappear is also responsible for the whole atrocity here. Who is he? Come closer to the slit in the door, and I'll tell you what you want to know. Так, это что? Кто он? Какова его роль? Так, никуда не подходит, что ли? Не, место убийства тоже навряд ли. И отсюда не подходит. Местонахождение Симмонсов. Прям такая подсказочка хорошая, что она тут рядом лежала. Сюда, что ли, относится. Ладно. Ладно, go, поговорим. You said you would tell me more about our enemy. The one who kidnapped that family is the one who imprisoned me here. And the one whose story I tell. You've challenged no mere man, detective. Whitmarsh, as he calls himself now, possesses skills. You've already witnessed some of them. Yes, the foggy beast is but an emanation of his power. Search his manor. There have to be secret chambers where he keeps his victims. Be careful, though. Minions of the Raven keep their eyes wide open all the time. Here, take this. I hope you'll find it useful in your search. Хорошо. Почему сразу мне все это не даст? И какого фига он вообще все это имеет, я не понимаю. Проход заблокирован. Так, музейная площадь. Только я уже плохо помню, где у меня была эта загадочка. Это здесь вроде, нет? Ворона мне надо было ставить. Уже не помню. Просто очень давно было. И отгадка внезапно появилась. Так, где еще это могло быть? Здесь нет. Может, на выставке? Вот, да. Давай, что это? Рыба. Деревянная рыба. Это что? Металлическая панель. А, батарейки я знаю для чего. Ну-ка. Замени батарейки. Ясно. Даже так не хочешь? Ну вот. Погнали. Продолжаем смотреть кино. A monster? Чудовище? Oh, милый, это чудовище. There's no such thing as monsters. Это вот то, что произошло после того, как меня забрали. Ой, выкинуло точнее. Она сидит с камерой и с глазей. Так. Кто? The events in the camper, they went differently than I thought. События развивались не так, как я думала. Это что ты мог подумать? Becky, she hasn't been taken by the beast. Что-то его отвлекло. Something distracted it. Then she escaped with, or was taken by, whoever that was. It couldn't have been Whitmarsh. Why would he intervene to stop his own pet? If not Whitmarsh, then who? And where is she? One thing we know for sure. The investigation goes double track now. The girl and her parents got separated. This hair clip belonged to the girl? Exactly. Точно, I found it down there in the middle of the park. Whitmarsha. Pretty far from Whitmarsh's house. То есть, ну да, мы and его I там тоже видели. Я видела кого-то river. У реки. Тут лучше, кстати, видно. Кто это? Может, I'm not concerned about the risk. I need to cross the river. Прикол в том, что если он заодно с Уитмаршем, зачем ему пугать животных, то скорее всего он его отвлек. Это уже немного не лезет по логике никуда. Так, ну надо сюда, наверное. Стоп, а что значит восклицательный знак?
локация. Почему мне не исследованные не отмечают этого, не понимаю. Так, тут у меня вроде больше ничего нету. Хорошо. А, нет, плохо. Тихо. Сейчас. Опа, стопэ. Сначала вот это. Что вот это такое? Может здесь куда? Опа. Еще одна кнопка. Одной не хватает. Это что за рыба? Да это рыба присобачивается. Может где-то здесь еще что-то есть? Не помню. Нет, здесь больше ничего нету. Рыба моей мечты. Рыба была вот здесь, нет? Нет, здесь ворон. Стоп. Тогда что же ж, куда же ж рыбочка моя? Здесь? Нет, здесь и не юзается уже ничего. Я с опамятом об этом. Ну, в любом случае, в деревне теперь надо что-то делать. А, монет у меня есть? Нет, монет не появилось. Ладно, я что-нибудь поджигал? Нет? Опа. О, я теперь могу сюда залезть. А почему же так поздно мне дали это сделать? А, древесная щека. О, щека. Щепа. Но для этого надо что-то сделать. Ладно. Деревянная трубка. Карандаш. Напильник. Давайте найдем сначала синие предметы. Опа, ключ. Стопы. Нужно ухо. Ухо, ушечка. Вот оно. Молодец. Ключ миска. Миска. Что вот это было? Древесная щепа, это и есть она? А, надо теперь ударить чем-нибудь, я так думаю. Чем-нибудь тяжелым. Что ж тогда? Что-то распилить. Непонятно. Ладно. Опа. Рок. Хорошо. Знак плюс. Плюс. Где тут плюс есть? Блин, а скорее всего какой-нибудь совершенно незамечаемый. Напильник, ну вот он. А, хорошо. Пол бревна. Надо поэтому ударить только чем. Миска, дудка. Вот она, дудка. Надо раскрутить. Для этого тебе что-то надо. А, это не дудка, это просто палка была, вот теперь это дудка. А ладно. Миска. Кстати, вроде... Ну да, дудка была фиолетовой. Миска. Калипер. Что это? Калипер. Ясно. Дерево. Да понятно, что надо ударить чем-то тяжелым. Древесная щепа. Знак. Лошадь. Именно дерево. Полноценное дерево. Вот оно. А, вот. Пол бревна. Чем же ударить? И знак плюс. Вот что я, скорее всего, не найду, это знак плюс. Пол бревна. Что тут есть тяжелое? Что вот это такая за фигня? Мне все равно не юзается. Нужно что-то, скорее всего, с рукой. Мы рукой это возьмем, потом стукнем. Я ничего такого... А! Увидел. Прекрасно. Ну, покажи мне знак плюс. Ё-моё. Жизнь не заметил. Заметил. Ключ. Сюда, что ли? А, нет, я вспомнил. Был такой ключ вот здесь. Тут вот. Давай, поворачивай. Колесико. Клапан. Стамеска. Клапан куда может пойти? Клапан. Зачем подсказка? Тут что-то делать, что ли? Нет, понятно, что сайт. Мало ли. Я просто проверял, игра, что ты так бузишь-то? Вот. Уголь. Что там было написано?
раз собери. Корзинка полная угля. Уже как-то странно. А, этим можно выкручивать болты? Это ж стамеска, блин, стамеска. Напильником, наверное, можно было. Хотя... Нет, стамесочка. Уголь. Зачем, может быть, уголь понадобился? Что-то я тут вроде мог только что разглядеть под лупой, нет? Мне показалось. А, это... У меня нет монет к тебе. Может... Не, ну мало ли, конечно, в качестве бреда. Нет, понятно. Только монета. Уголь куда? Сюда, наверное. Чтоб топливо было. Закрыться ты закроешься, не? Хотим разжечь. Ну. Поджигай. Спички. Так спички, я ждал тебя. Спички. Рыба, потом спички, не знаю, подожди рыбу. Ну так спички, блин. Чем еще разжигать? Давай. Спички разжечь. Что с тобой надо сделать? Помешать. Необходимо разжечь. Окей, это просто уголь. Для него нужно что-то еще чем поджигать, типа магии, нет? Давай, Свет. Еще. Да ну. Да, это я бы долго искал. Я даже не замечал ее. Чё это? Бесполезная штука. Торцевой ключ. Куда-то там можно было вставить, если не ошибаюсь. Торцевой ключ. Ключ здесь нужен, да? Не, навряд ли тут, конечно. Тут он нужен. Такой он походит. А, да, мне же там передвинуть что-то надо было. Теперь с двигателем разберемся. Резиновый шланг, стопочный материал, спички. Закрой. Вот. Ага, есть идея. Есть решение. Так вода же. А, прямо из реки хочешь предложить? Сама все провела. Умная женщина, почему нет? Чтобы наполнить бак, нужно поднести другой конец. Окей. Не сама, хорошо. Точнее, плохо, но... Погнали. Теперь я могу это передвинуть, да? Мне надо строим мост. Стоп, нет, 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 нет. Мне надо... поднять... Не. Вот это да. Загадка, он сломан. Так, ладно. Нет. А, я наоборот хотел. Вот. Теперь мне надо его подвигать вправо-влево. Нет. Я практически много это делаю, но вроде бы тут какая-то закономерность-то есть. Ага. Нет, 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 нет. Так, значит, так. А. Ясненько. Теперь наоборот. Можно было бы, конечно, пропустить, но я думаю, мы сможем с этим разобраться, почему нет. Всё. Ать. Да блин.
Ладно, давайте пропустим. Пофигу. В принципе, это можно сделать, но... Есть ли в этом смысл так долго париться и время терять? Ну ладно, на самом деле уже пора заканчивать. У меня камера до сих пор снимает, это удивительно, но все-таки всем спасибо за просмотр. Пока-пока, с вами был Нернл. Пока-пока.